У нас это было. С 21 января 1976 года по 24 октября 2003 года у нас был коммерческий сверхзвуковой пассажирский самолет «Конкорд». Vox Media представляет. Сегодня полет из Нью-Йорка в Лондон занимает 7 часов. На «Конкорде» это 3,5 часа. Рекорд составил менее 3 часов. Путешествие, которое пароход «Титаник» проделал бы за 137 часов, стало таким, что можно успеть посмотреть фильм «Титаник», пересекая Атлантику. «Конкорд» стал олицетворением стиля и инженерного чуда. Вот посадка обычного самолета и вот посадка «Конкорда». На какой из двух вы сейчас смотрите? Мы все смотрели на «Конкорд». И затем в 2003 году все закончилось. Мы осуществляли коммерческие сверхзвуковые перевозки и перестали. Так почему? Почему «Конкорд» остался лишь музейным экспонатом? Это «Конкорд» из Смитсоновского музея и его куратор, который также на нем летал. Я видел цвет неба на высоте 18 километров. Оно невероятно багряное. Как такой прорыв стал лишь частью воспоминаний? Наш ответ расскажет, как тормозятся инновации. Все очень сложно. Я лично заинтересован в СЗП и хотел бы рассказать вам об этом. СЗП означает сверхзвуковое перемещение, любое перемещение, которое быстрее скорости звука. Оно стало мечтой после того, как Чак Йогер впервые преодолел звуковой барьер в 1947 году. Технологическая гонка 50-х и 60-х, холодная война и вера в инженерию. Американцы, русские, а также британское и французское правительства вливали сотни миллионов долларов в исследование и разработку сверхзвука. Представьте комнату, полную инженеров в теннисках и галстуках. Затем Боинг из Сиэтла выиграл американский дизайн-контракт в 1967-м. Так команда Seattle Supersonics получила свое название. Но разработки прекратились после отмены финансирования в 1971 году. Русские построили Ту-144, он летал, но полеты прекратились из-за нескольких неприятных авиапроисшествий. Но был и победитель. «Конкорд», созданный совместными усилиями Великобритании и Франции, он словно был призван сократить мир и сократить время авиаперевозок вдвое. С самого зарождения «Конкорд» был дизайнерским чудом. Он не был спроектирован с помощью компьютеров, но путем расчетов, проб и ошибок. Многое пришлось постоянно улучшать, чтобы воплотить идею постройки сверхзвукового самолета. Самолет должен был быть одновременно длинным, узким, но также и необыкновенно комфортабельным. Отражающие свойства краски должны были быть улучшены вдвое, чтобы компенсировать нагревание из-за трения о воздух. Из-за перемещения с удвоенной скоростью звука на высоте 18 километров фюзеляж нагревался. Сильно нагревался. Я потрогал стекло иллюминатора, оно было не теплым, горячим. Циркуляция топлива внутри самолета обеспечивала балансировку центра тяжести для взлета, полета и посадки. Эти насосы работали в течение всего полета, но это вообще никак не ощущалось. И это красивая конструкция крыла, которая так отличала «Конкорд» для всех его преданных поклонников. Это дельтовидное крыло, которое также называли заостренным дельта-крылом из-за его уникального очертания. Дельтовидным оно называлось из-за своей формы, по виду напоминающий треугольник, как греческая буква «дельта». Конструкция крыла помогала «Конкорду» приподниматься на взлете и ограничивала сопротивление при полете. Самолет был идеально сбалансирован. Единственная проблема была в том, что требовалось удерживать очень большой угол атаки при взлете и посадке. Из-за такого большого угла пилоты были лишены обзора, и тут им на помощь пришли инженеры. В «Конкорде» применили опускающийся нос. Опускающийся нос? Нос опускался. Нос опущен. Причина в дельтовидном крыле – необходимость удерживать большой угол атаки при посадке, и чтобы иметь обзор, необходимо было опускать нос. Скорость полета превышала 2400 км в час, больше скорости вращения Земли. Это невозможно было почувствовать. Единственный способ – посмотреть на табло, висящее на салонной перегородке. Все следили за ним, это завораживало. Когда отметка скорости пересекала скорость звука, салон раздражался аплодисментами. Для снижения сопротивления воздуха он поднимался так высоко, что можно было увидеть изгиб земной поверхности. «Конкорд» определял шик скоростных перелетов. А вот это очень важная часть ее гардероба – это прекрасное платье, которое она будет носить в жарком климате. И восторг знаменитостей, таких как Sting. Для меня всегда волнительно летать на сверхзвуке. И не менее здорово прилетать в Нью-Йорк по времени раньше, чем ты вылетел. Это коктейльная вечеринка в стратосфере.
Обычно люди жалуются на качество еды в самолете, но я могу подтвердить, не в этом случае. Это был один из самых восхитительных обедов из всех, что у меня были. Все было устроено великолепно. Обычно французский обед занимал 2,5-3 часа. К моменту его окончания мы уже были на месте. Так что же пошло не так? 25 июля 2000 года «Конкорд» компании Air France, следовавшей рейсом 4590, пробил покрышку во время взлета. Погибло 113 человек. Трагедия произошла вскоре после взлета. Она была связана со спецификой покрышек «Конкорда». Полеты были приостановлены до ноября 2001 года. В то же время трагедия 11 сентября также потрясла индустрию перевозок. Несмотря на то, что обе трагедии затронули «Конкорд», они были лишь верхушкой айсберга проблем, связанных с самолетом. Шум, создаваемый при взлете, сильный, но звуковые удары не идут ни в какое сравнение. В 60-х ВВС США провели серию тестов на звуковые удары возле Оклахома-Сити, чем вызвали бурю недовольства местных жителей из-за шума и разбитых окон. Все это сужало сферу сверхзвуковых полетов. Их разрешили только над океаном. Пустить «Конкорд» от Нью-Йорка до Лос-Анджелеса было невозможно. Это также положило конец экспериментам Боинга со сверхзвуком и уронило спрос на сверхзвуковые самолеты в принципе. Проблемы с шумом наложились на проблемы с экологией. Это наносит серьезный ущерб озоновому слою. Ученые считали, что при полетах в стратосфере отработанное топливо вредит озону сильнее, нежели выхлопы обычных самолетов. Что примечательно, мы карабкались все выше и выше и выше. Мы летали намного выше, чем обычные самолеты. Массовые сверхзвуковые перелеты, похоже, действительно представляли реальную угрозу, поднимая красный флаг для будущего сверхзвука. Требования к расходу топлива также ограничивали применение полетами над Атлантикой без возможности возить толстосумов над Тихим океаном. Огромный расход топлива мог ударить по его стоимости и сильно повлиять на рынок. Со стоимостью билетов $12,000 за место это был слишком большой риск. И билеты должны были быть дорогими, поскольку самолет мог вместить только 120 пассажиров. Распределить стоимость на большее количество невозможно. Все также сложилось с необходимостью специальной подготовки экипажа и стоимостью обслуживания, что было дорого. И все это ради ограниченного количества людей. Air France и British Airways вынуждены были держать запасной «Конкорд» в Нью-Йорке на экстренный случай. И эти самолеты просто стояли на земле, не принося денег. Просто так, потому что пассажиры заплатили много денег и хотели сесть в «Конкорд». Эти факторы «Конкорду» не повредили, но их влияние стало основной причиной прекращения его полетов. Когда 10 апреля 2003 года Air France и British Airways анонсировали прекращение полетов, это было не из-за прошлого «Конкорда», а из-за его будущего. Airbus Industries признали, что поддержка «Конкорда» была невозможна. «Конкорд» устарел. Со своими аналоговыми системами управления и необходимостью наличия инженера на борту, переделка или обновление стоили бы слишком дорого. Видите, экономика «Конкорда» очень похожа на экономику этой игрушечной модели. Я купил ее за 10 баксов, потому что производитель смог распределить стоимость рабочей силы, оборудования и дистрибьюции на более чем 1000 игрушечных самолетиков. Airbus также поступает со своими моделями самолетов. Даже если полет выгоден для авиакомпании, она не может приобретать для себя новые партии самолетов. Все описанные факторы делали применение «Конкорда» настолько узким, что их обслуживание, переделка и обновление становились невыгодными. Лучшим выходом было прекратить полеты. Мы привыкли думать, что любой прорыв заканчивается катастрофой, но он также может прерваться и без аварии. Несмотря на завораживающие крылья или невероятно опускающийся нос, прорыв следует за бизнес-моделью, системой поддержки, политической воли, а также планами расширения. Несмотря на неутихающие страсти вокруг сверхзвуковых перевозок, все эти вопросы, касаемые бизнес-модели, остаются без ответа. Они не могут существовать без того, чтобы зарабатывать деньги. Кому-то это может не понравиться, но это правда жизни. Их создали, чтобы зарабатывать. Если они делают продукт, не приносящий прибыль, они перестают его производить или закрываются, или и то, и другое. Всегда по-разному. Так что время полета до Лондона возвращается к изнуряющей двойной потере времени. Но в этой рутине мы кое-что теряем. Прогресс замедляется, и мы должны ждать чего-то еще, на что стоит обратить внимание. Чего-то, что его заслуживает.
И как бы я ни был влюблен в Конкорд, он был не таким уже комфортабельным для пассажиров. Боб сказал мне, что хотя места для ног и было достаточно, над головой его было очень мало. То же касалось ширины сидений, примерно как в поезде-электричке. Посмотрите внимательно на это видео со Стингом. Он выглядит достаточно стесненным, особенно для своего телосложения. Русский текст и озвучание Александра Михеева.